вот такая у меня сегодня красно-кошачья атмосфера. Все потому, что я иду записывать для вас длинное видео по скоростному рисованию. Сегодня по стандарту будет 3 минуты, потому что так эффектнее, но на 5 минут у меня тоже уже есть планы. Вас приветствует Лирисианта, начинаем сегодня с печальной темы. Какая сейчас будет подстава с этим повышением контраста. Да, и ничего такая разница, зачем он это делает?
Ну что ж, это был последний рисунок на сегодня. Обязательно сообщите, если вам зашла эта тема и хотите ли вы увидеть еще подобные видео. Да, я благодарю вас за просмотр. Увидимся.